Друзья, я считаю необходимым снять этот ролик и выложить на канал свой YouTube, потому что сегодня сотрудники полиции конфисковали мой персональный компьютер, мой комп. Мой компьютер, на котором я снимаю ролики, выкладываю. Друг, если ты хочешь так же, как и я, снимать антикрифи-шоу и набирать миллионы просмотров на YouTube, тогда становись владельцем сервера на сервере Сержо Краб. У тебя будут практически все права опки и доступны куча команд сервера. Телепортируйся к Грифферу. Пока он не видит, выключи себе префикс. И Грифер будет думать, что вы обычный игрок. Или установи себе абсолютно любой префикс. Это будет выглядеть примерно вот так. Также ты сможешь превратиться в абсолютно любого моба. Ну, например, в зомби-свина. Затем сетни Грифферу его сундуки с алмазами. Начни ломать его дом. Затем создай варп и напиши на весь сервер, что здесь находится Грифер. И наблюдайте, как кучу людей убивает его дом. Так что дайте мут Грифферу, чтобы он ничего не смог сказать. А еще ты сможешь вычислить IP Грифера с помощью команды SYN. Прописывайте команду в чат, и вам выдается IP настоящий Грифера. Затем посадите Грифера в тюрьму, а затем забаньте Грифера. Становись владельцем сервера, у тебя будет огромное количество прав на сервере Сержо Краб. В честь лета сейчас действуют огромные скидки, 97%, поэтому не упускай свою возможность. Ссылки в описании ролика. Извиняюсь за свой голос, потому что немного приболел, и этот голос даже меня раздражает, поэтому представляю, как он раздражает вас. Простите заранее за это. В общем, пришли двое сотрудников, вкратце рассказываю. Это было сегодня днем, я пытался разобраться, поэтому ролик записываю не сразу, прошло пару часов. Пришло двое сотрудников полиции, естественно, в форме, предъявляют орден, предъявляют постановление суда об изъятии моего компьютера, то бишь персонального компьютера. И там было написано в целях просмотра видеоматериалов, каких-то роликов, на соответствие требованиям законодательства. Что-то вот такое было, я по бумагам точно не помню. Они просто приходят и забирают мой компьютер. Я считаю, что то, что я должен хотя бы это снять, мне не разрешили их снимать. Мне четко дали понять, что их снимать нельзя. Иначе, я не знаю, мне были там камеру отобрали прям. Ну, в общем, серьезные были полицейские. Я начал пытаться снимать, но мне не разрешили. И я все-таки не пойду против такой системы. Поэтому я их не стал снимать, но сниму это сейчас. Вот у меня здесь все провода валяются. Надо их как-то скучковать. Так, сразу же говорю, забрали компьютер на 3 дня. На 3 дня. И оставили они адрес, значит, полицейского участка, где это было. Я туда еще поеду, все вам покажу, все расскажу. На 3 дня, то есть это немного, ничего страшного, но все же неприятно. Но я сейчас вам кое-что покажу. У меня есть ноутбук, это не значит, что я совсем остался без компьютера. Уах! К счастью, у меня есть ноутбук. Я сейчас специально его сюда притащил. Вот, друзья, я нахожусь сейчас на самом деле на данный момент на сервере. Вот, на своем сервере Сержо Краб, где, собственно, я и снимаю ролики. Я также Сержо, вот мой ник Сержо, у нас здесь 388 человек. Значит, чем я занимаюсь? Я пока нечего делать, я людям раздаю сейчас админки бесплатно, слежу за сервером. Вот у меня специально, даже вам покажу, может кто не верит. Вот, у меня здесь включена консоль. Вот, консоли сервера я также, вот, у меня видно всю консоль сервера. Я здесь прям сижу, выдаю людям админки бесплатно, випки, основатели. Вот мой канал, я тоже здесь слежу за новостями. Вот, поэтому заходите, IP в описании ролика. Я, значит, здесь снимать не могу с ноутбука, потому что мне не нравится, как он с него тормозит снимать. Он не тянет у меня. Но админки я выдаю, с ребятами общаюсь, как-то разговариваю. Поэтому IP в описании ролика, пожалуйста, заходите. Вот я на него наушники надел, чтобы как-то он был милый такой. В общем, такая ситуация, друзья, произошла. Они причем его в свою пленку как-то упаковали и увезли. Я говорю, ребят, вот есть, вот, я специально вам достал, им достал, принес со шкафа. Типа, есть коробка оригинальная, тащите в нем, мало ли что, уроните. Вот, оригинальная коробка от блока. Нет, мы не возьмем, типа, у нас тут, нам это все не надо. И теперь единственное, за что я переживаю, это за целостность компьютера. Надеюсь, как бы ему ничего не будет, он не упадет, они его не уронят, он не сломается, потому что компьютер на самом деле неплохой. Его будет достаточно жалко, если что-то там будет сломано. Но я надеюсь, что все-таки все будет нормально. Сейчас я все-таки поеду по этому адресу, который мне оставили. Все уточню, спрошу, и там же сниму вам видео. Ребята, вот такие новости. Не переживаем, все хорошо. Мой больной голос мне уже самому надоел. Я хочу как бы нормально вам что-нибудь сказать. А вот эта вот хрипота, я не могу от нее избавиться. У меня горло болит, реально больно. Мне даже говорить больно. Поэтому, друзья, давайте не теряем времени. Я все равно слежу за сервером, все равно отдаю админки, как я и обещал. IP в описании ролика. Поддерживаем, заходим. В общем, вот, скоро перейдем на новую версию. Будут обновления. Ну, я так уж говорю. Вот. В общем, я сейчас поеду и буду разбираться. Все, пожелать удачи. Вот это самое подразделение полиции. Компьютер вот здесь у меня будет находиться 3 дня. Снимать там внутри нельзя, но, как и всегда, я не мог внутри снимать. И, кстати, вот это самая вроде бы машина, которая
3 вроде мой компьютер. Я не помню. Но номера вроде что-то помню отдерки. Ну, уверять не буду, но вроде бы это она. Вот, здесь компьютер пробует 3 дня, ничего страшного. Вот я вам все показал. Сейчас пойду домой. И, значит, буду просто ждать. Ничего страшного, не переживаем. Мы ставим лайки за поддержку. Компьютер теперь находится вот здесь. Всем пока, ребята. Я, ребят, вот дома опять продолжаю сидеть на сервере. В общем, друзья мои, раздаю админки. Также продолжаю искать грифер. Смотрите, пацаны ко мне подошли. Не могу теперь снимать через компьютер, там, с помощью программы, которую я снимал, да? У меня же ноутбук. Но могу теперь на камеру так снимать. Пацаны ждут админок. Хотят со мной поговорить. Короче, ладно, всех заходите, будем играть вместе. Я сейчас также пойду здесь в тюрьму, в джайл своего сервера. Одной рукой, конечно, двигать мышью все делать очень трудно. У меня здесь тюрьма. Буду здесь пасти гриферов и буду у них узнавать потихоньку скайп. Но, правда, снять я ни хрена не могу. К сожалению, ни хрена не могу. Но, надеюсь, время пройдет и все будет нормально. В общем, друзья, заходите, IP в описании ролика. Ставьте лайки, поддержите. И, в общем, жду свой комп. Всем пока, друзья. Пока. Еще раз всем пока.